Вас приветствует программа «Астана» и только самые интересные события главного города страны. И сегодня в выпуске. Как прошли соревнования «Казахстан-Барысы»? Кто стал победителем соревнования? А также на «Казахстан-Барысы» определили не только обладателя «Алтын белдеу» и «Тайтуяк», но и владельцев новой автомашины. Главным отечественным спортивным событием года бесспорно стал национальный турнир «Казах-прессы» велотреки «Сайрарка». Ранее в «Казахшах-пресс» не было возрастных и весовых ограничений. В настоящее время в данном виде спорта установлены определенные правила относительно единой формы и техники ведения борьбы. Это искусство пользуется большой популярностью. Турнир «Казахстан-Барысы» уже проводится 4-й год подряд. Сильнейшие палуаны республики, не щадя себя, боролись за главный приз – «Тайтуяк» и чемпионский пояс. Как уже озвучил президент федерации Арматуллин Шураев, значит, та же сумма стоит в размере 150 тысяч долларов США. Значит, «Алтын тюяк» и пояс. Автомашины, значит, даваться не будет. Автомашины будут давать тем, за волю в победе, зрители симпатии. Те борцы, может, даже не вошли, которые в призерку тройки, но показали хорошую борьбу. Зрители симпатии, этому будет вручен автомобиль. Местом проведения был вновь выбран республиканский велотрек «Сайрарка». И не случайно. Сама арена очень удобная для правильной расстановки телекамер, плюс зрительские трибуны на 9 тысяч мест. Турнир «Казахстан-Барысы» прошел 29 июня. Его транслировали в 120 странах. По словам организаторов, в прошлом году турниром заинтересовался российский канал «Боец» и два грузинских телеканала. В этом году соревнования показали турецкий спортивный канал. Кроме того, 5 финалистов «Казахстан-Барысы» были отстранены от участия в турнире. В финале «Казахстан-Барысы» 2014 приняли участие только 28 палуанов из 33. Не участвовал, второе место занял Шинкеев из Карагандинской области. Как вы знаете, он был дисквалифицирован на 1 год и не имеет права участвовать на любых турнирах по Казахстану на территории Республики Казахстан и за ее пределы. Мы провели полностью все углубленные медицинские анализы всех балуанов, 33 балуана в городе Алматы, на допинг-контроль. И у 4 балуанов выявлены положительные показатели. Эти 4 балуана были дисквалифицированы и отстранены от данного турнира. Один балуан у нас здесь за то, что принимал участие в 2 турнирах в разных областях, в городе Алматы и в Кустанайской области. Это первое его нарушение. Второе нарушение – он не прошел отбор. Напомним, в прошлом году победителем турнира стал Айбек Нугумаров из Восточно-Казахстанской области. А в этом году он получил прямой билет в финал. Кроме этого, турнир немного отличался от прошлогодних. Сократили количество членов жюри и балуанов. Призовой фонд составлял 150 тысяч долларов. Но вот автомобили разыграли среди зрителей, которые приобрели билет на это мероприятие. С каждым годом эти соревнования развиваются, и в этом году они проходят на высшем уровне. Уже участвовал и побеждал во многих состязаниях. Надеюсь, удача будет на моей стороне, так как весь год готовился. Хочу достойно выступить и защитить честь своей области. Как говорили наши предки, без ошибок не бывает хороших результатов. Думаю, в этот раз будет все хорошо. Также зрители «Казахстан-Барысы» ждала не менее интересная шоу-программа с участием творческих коллективов и артистов Республики Казахстан. Посмотреть на наших палуанов в финале республиканского турнира по «Казах-Куресе» «Казахстан-Барысы» приехал известный гость из Окинавы, мастер-обладатель 10-го дана Мария Хигауанна. Я приехала на эти соревнования из города Тарас Жамбылской области посмотреть эти большие соревнования. Желаю нашим палуанам победы, пускай победит сильнейший. И городу Астаной желаю благополучия, процветания. И пусть эти соревнования проходят каждый год и почаще. Но одним из ярких и запоминающих моментов была схватка в финале Мухита Турсынова из Восточно-Казахстанской области и Асла Барменова, представителя Карагандинской области. Основное время победителя не выявило, а после того, как соперники сцепились, победный прием оказался за Турсыновым. Вот и определился самый сильный палуан Казахстана. Это все о любимой столице к этому часу. 5 раз в неделю, 5 минут в день мы открываем вам самый интересный вид на главный город страны. Обсудить увиденное можете на наших страничках в социальных сетях. До встречи в сети и в эфире.